Заседание правления Союза промышленников и предпринимателей было посвящено обсуждению ситуации в экономической сфере региона. Челябинская область вошла в топ-10 рейтинга инвестиционного климата. За 5 лет в регионе появился целый ряд новых и востребованных масштабных производств. Больше внимания уделять подготовке кадров, продолжить реализацию проекта «Профессионалитет», формирование лабораторий будущего межуниверситетского кампуса. В рамках заседания правления промышленников и предпринимателей Южноуральский государственный университет подписал ряд соглашений с группой «Магнезит». Университет и группа компаний «Магнезит» заходят в кампус со своими лабораториями, что позволит в будущем подготовить те кадры, которые будут удовлетворять как раз всю отрасль огнеупорных материалов. После заседания ректор Южноуральского государственного университета и генеральный директор группы «Магнезит» подписали 2 соглашения о создании на базе вуза кафедры по подготовке специалистов для отрасли огнеупоров и об открытии на базе межуниверситетского кампуса лабораторий предприятия.